Это видео жителей Кировского района Саратова, ставшего невольным очевидцем кражи. В разгар рабочего дня злоумышленники подъезжают к припаркованному автомобилю, прихватив с собой инструменты. На одном медицинская маска, второй орудует, натянув на голову капюшон. Из поселка Солнечный товарищи уехали на такси с добычей в 3 аккумулятора. Потом что с ними сделали? Продали. Куда? Ну, сдали металлоприемку. Не сдали металлоприемку, приемочку аккумулятора. Понял. Сколько денег получили? 1500. За 3? За 3 аккумулятора. Аналогичным способом злоумышленники зарабатывали на жизнь с марта по май. Оперативникам удалось установить их причастность к 7 кражам. В отношении гражданина 1992 года рождения возбуждены уголовные дела. По признакам преступлений, предусмотренных частью 1 и частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Еще одного предполагаемого участника криминального дуэта в настоящий момент разыскивают. Если вы обладаете какой-либо информацией о его местонахождении, незамедлительно сообщите об этом по телефонам, указанным на экране. Эллада Абжалимова, Анатолий Чернов, Расул Ибрагимов, дежурная часть, Саратов.